лично для меня, на самом деле, в последнее время стал вопрос, чем я занимаюсь в жизни. И что для меня интересное. Для меня на данный момент является очень ценным общение с людьми, которые больше меня в чем-то понимают. Тогда я развиваюсь постоянно. Собрать на одной площадке тех людей, которые прежде всего свои задачи в жизни ставят для себя развитие, будет интересно. А в мире, в котором сейчас мы живем, он построен на общении. Это инструмент, прежде всего, который просто расширяет физические способности моего тела. Каждый из нас есть индивидуальность. И главная задача в нашей жизни – это раскрыть эту индивидуальность через тот опыт и через те навыки, которыми мы владеем. Соприкасаясь с этой реальностью, путешествуя, например, мы больше узнаем себя на самом деле. Потом что-то как бы раскроется даже в самом человеке. То, кем внутри мы являемся –